По трем маршрутам Пермского края. Для удобства гостей города в Кунгуре установлены новые информационные стенды. Путеводители разработаны согласно трем туристическим маршрутам, в которые входит наш город. Императорский, чайная столица Урала, Великая Северная экспедиция. Расположились новые стенды на территории скульптурной композиции «Поп земли». В 2020 году в рамках выигранного конкурса от Агентства по туризму молодежной политики была получена субсидия именно на установку информационных стендов по приоритетным туристическим маршрутам. На стендах размещена вся необходимая для туриста информация. Внизу размещен QR-код, благодаря которому путешественники Кунгуры смогут найти еще больше сведений по маршрутам Прикамья. Пока стенды скрыты за строительным забором, доступ к ним будет открыт после завершения работ на территории скульптурной композиции «Поп земли».